программе фестиваля мастер-классы от лучших тату-мастеров, лекции, тату-батлы, конкурсы и шоу. Организаторы планировали установить российские и мировые рекорды по количеству тату-мастеров, работающих одновременно на одной площадке. Я сама по себе долго очень думала, хотела, выбирала мастеров, потом бах, все, хочу. И пошло-поехало. Здесь начали, здесь продолжили, и пошло. Это просто надо любить. Татуировку. Это на самом деле это большое искусство. Сейчас это развилось до такой степени, что да, что-то у кого-то где-то страшненькое, он хочет свести это лазером и поверх наколоть что-то новое. Татуировщики привезли и картины на холстах. Они не продаются, увидеть их можно только на фестивале. Кстати, здесь по итогам конкурса будет назван единственный победитель, профессионал, который получит гоночный мотоцикл.